Дамы и господа, Russian Cage Fighting Championship представляет новый амбициозный проект. Русская медная компания дает шанс молодым проспектам со всей России стать бойцами RCC. 1 сентября. Екатеринбург. Академия единоборств РМК. 12 бескомпромиссных поединков за шанс подписать контракт с одной из самых перспективных промоутерских компаний России. Очень активно действуют бойцы с самого начала. Несколько раз стол локтем, то коленом с дальней. Отлично, рискуя своим положением. В главном бою вечера Тейлор Лабилус из Франции против россиянина Дениса Лаврентьева. Начало в 17 часов.